Блин. На ум больше вообще ничего не приходит, на самом деле. Кроме как положит. Так, ну и кушай таблетки от радиации. Молодец. Такс. Теперь кушай просто. Да, чатик вообще вымер. Этот чат сломан. Несите новый. Что называется? Так. Говорят, вот в домах подобных очень много напихали тайников именно мода Мизери. То есть всякие ящики, рюкзаки и прочий хлам. Именно в копощах довольно много. Когда еще были люди на моем стриме, они говорили, что такое действительно есть. Так что сейчас прочекаем, правду говорили или нет. Ну, на крыше, естественно, нужно посмотреть. Не, я так не увижу ничего. Так, тут... Тут тоже ничего. Тут... Прям так темно стало. О, тайник. Сигары и банка с зубами. Самая ценная вещь в этом тайнике. О, у меня аж желтая радиация уже, нифига себе. Нужно ее чем-нибудь выводить срочно. Этой фигней. Например. Что у меня еще есть? Быстро, быстро, быстро. Прям трещит, ну. Блин. Ну ладно, аптечку просто. Поюзаем. Так, 10:30. Бля, я не особо рассчитываю на любителей сталкера ночных, поэтому, наверное, я скоро закончу, если так и продолжится такая тенденция. Ни малейшего сообщения в чатике. Я как будто один. Я отвлекся немножко, извините, ребята. Теперь поедим. Так, погнали. Другие домики лутать.
Хотя, наверное, все-таки теряю больше, чем получаю, когда шарюсь по таким вот местам. Почему-то у меня такое ощущение. Трачу кучу препаратов от радиации, плюс трачу целую кучу времени на это. Ёпта. Ну все, я, короче, я помру от радиации. Тут что-нибудь похожее на тайник. Так, еще вот тут есть наверняка что-нибудь. В избе этой. Да. Бля, ну и кал. Я ради этого жопу рву. Блять. Чё-то как-то... Ну его нахуй. Маленько. Сомневаюсь, что я тут еще что-то найду. Чё, отстой? Чё? Чё тут сказать? Давай, живи, раз уж такая пляска пошла.